Если у вас дома есть немного куриной грудки, обязательно сделайте ее по этому рецепту, и ваша семья будет в восторге. Для начала филе мы обваливаем в муке с двух сторон. На сковороду мы подливаем немного масла и закидываем пару зубчиков чеснока, чтобы они отдали свой приятный аромат на 2-3 минуты. Режем лучок и перекладываем его на сковороду. Чеснок подрумянился, выдал свои ароматные свойства, можно его извлечь. Перекладываем наше филе на сковороду. Режем помидор кубиком и перекладываем его к нашему мяску. Чтобы придать нашему мясу глубокий вкус, добавляем полстакана белого вина. Включаем на более высокий огонь сковороду, чтобы оно успело выпариться. Добавляем маслины. Чтобы усилить вкус мяса, мы добавим веточку свежего розмарина. Если его нет, можно добавить базилик. Через пару минут мы добавляем специи, соль, перец и орегано по вкусу. Оставляем тушиться на 10 минут под закрытой крышкой.
Мясо получилось очень мягким, сочным и невероятно вкусным.